Еще раз добрый день. 14 апреля 2017 года о валюте. В банке прием 26,65 доллар, он же продажа 26,95, евро 28 ровно прием и продажа 28,60 на тротуаре Полтавы. Прием доллара 26,70, продажа 26,75, зазор вообще смешной. Евро прием 28,20, продажа 28,55. Ну, доллар не стремительно, но падает, как ни странно. Всем удачи!